Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу». И сегодня мы поговорим про профессию сурдопереводчика. У нас в гостях Светлана Арнаутова, сурдопереводчик. Светлана Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого блиц-опроса. Сова или жаворонок? Наверное, жаворонок. Чай или кофе? Чай. Работа или отдых? Работа. Учить или учиться? И то, и другое. Прогулка или книга? Тоже то и другое. Хорошо, когда в свое время, да. Погулять, книгу почитать. Сегодня мы с вами поговорим про вашу профессию, про профессию сурдопереводчика. Казалось бы, ничего тут нет такого опасного, но тем не менее ваша профессия считается очень сложной и даже травмоопасной. Почему? Ну, профессия сложная. В первую очередь, я думаю, что это работа с людьми. С людьми всегда сложно, а здесь перевод, то есть ты каждый раз идешь на перевод с каким-то новым человеком, у него свой характер, свой темперамент, да, свой словарный запас, и ты можешь его перед тем, как пойти на перевод, ты можешь быть не знаком с ним. То есть это всегда коммуникация, да, ее нужно наладить. Потом переводчик, ведь слово русское, оно многозначно, а жест он конкретен. И для того, чтобы переводчику правильно перевести, ему нужно понять смысл, подобрать жест, потому что жест, он образен, он конкретен. И для этого нужно переводчику много знать, много читать, быть в курсе многих событий, но на это не хватает время, да, чтобы вот все это знать, вернее, эти знания как бы получать, да. А что касается вот травм, активного жестикулирования? Ну, здесь всегда мы говорим переводчикам, что маникюр должен быть сдержанным, да, то есть если он кричащий, то можно поранить самого себя, потому что жест показывается, какие-то жесты показываются на себе. То есть они не в воздухе. Ну, например, завтра, да, завтра. Мы прямо проводим по щечке, да, завтра. Год. То есть это мы показываем на лице, да, глаза. Поэтому можно поцарапать в процессе как-то перевода увлечься переводом, да, и уже технику безопасности не соблюсти. Ну, потом украшения, да, украшения. Если серьги, которые висят, да, или цепочка, ее тоже можно зацепить каким-то образом и, ну, этим самым пораниться. Но жестовый язык – это не только про руки, верно? Есть такое понятие, как компоненты жеста. То есть одной рукой показывается жест или двумя руками, да, быстро он показывается или спокойно. При этом должна быть, конечно, мимика, да, присутствовать. То есть не должно быть на лице маски. Потом какие-то телодвижения. То есть это все входит в жест, то есть он становится более понятным, как бы более живым. Если мы, например, переводим не залу, то есть не большой аудитории, а маленькому количеству людей, да, то, на мой взгляд, это всегда должен быть перевод глаза в глаза. Да? То есть я, например, стараюсь переводить, если я перевожу кого-то, то есть я перевожу, как будто это... Я это говорю, да, то есть я стараюсь ту интонацию, которую человек использует, ее тоже передать. Радость в глазах, да, хитринка какая-то. Еще сурдопереводчик произносит слова, да, во время перевода. Да, это обязательный компонент, называется артикуляция. И это обязательный компонент. Почему? Потому что... Я уже говорила, что у нас слово русское, оно многозначно, а жест, он конкретен. И мы одним жестом можем показать несколько слов. И для того, чтобы нам различить, то есть понять все-таки, какое слово было сказано, то нужна артикуляция. Это обязательно связка
жесты и артикуляция. А приведите, пожалуйста, вот многозначное слово и разные жесты. Ну, например, настоящий, действительный, да, истинный. Один жест, а слов несколько. Ну, там еще есть слова. То есть, получается, люди с нарушением слуха, они еще параллельно читают по губам, да? Да. То есть, вообще чтение с губ, это тоже, этому тоже нужно учиться. Есть такое, как бы, мнение, что если глухой, то он читает по губам. Не все глухие могут читать по губам. Да? То есть, если это слово, русское слово, он его знает в письме, то он его прочитает по губам. Если он его в письме, как письменное русское слово значение, не знает, он его и здесь не прочитает. Если он не знает русского письменного языка, то он мыслит на жестах. И для него русский язык, его нужно переводить на жест. То есть получается, это как тоже иностранный, да, язык? Да, своего рода, да. То есть это его как бы второе... Если он владеет жестовым языком, мыслит на жестовом языке, то русский язык для него это будет вторым языком. Как коронавирус повлиял на ситуацию? Ведь в общественном транспорте, во многих учреждениях люди носили маски. Сильно ли это сказалось? Ну, да, это сказалось, и я знаю, что в Москве там было письмо здравоохранения о том, чтобы именно работая вот с пациентами глухими, да, на это время, когда общается врач с пациентом, маску снимал, ну, оставлял вот этот вот экран защитный, но масочку снимал. Почему? Опять же, вот эта причина в том, что слово многозначно, жест конкретен. Да? То есть мы проговариваем какое-то слово на жесте, а на русском там несколько слов, да, синонимы. И нам нужно понять, что говорит. Это должна быть связка. Сколько слов в жестовом языке? Слов в жестовом языке. Ну вот если взять словарь Гельмана, русский жестовый язык, там чуть больше 5000. Да, есть, кстати, вот учебник Фраткиной вот с таким значком на обложке. «Говорящие руки» называется. Там где-то 1480, около 1500 жестов. Да? Но туда не вошли жесты, как диалекты, да? Всевозможные. Я думаю, что если все жесты собрать, то их гораздо будет больше, конечно. Вы упомянули диалекты. То есть для каждой местности характерны еще свои какие-то жесты? Жестовый язык, он не был предметом в школах специализированных, да, в школах глухих, то глухие, они как бы воспринимали жесты друг от друга, учились друг от друга, да. И, конечно, в каждом городе есть какие-то, на какое-то слово русское, есть какой-то свой жест, да. Но благодаря вот соцсетям, сотовым телефоном, чему мы несказанно рады переводчики, потому что глухой вынужден где-то писать, да, то есть это развивает, это учит, и эта связь, и у них, между ними эта связь, да, то есть появляется новое слово, появляется тут же жест, и он быстренько распространяется вот благодаря соцсетям. И таким образом пополняется словарь жестовых слов, жестов, да, не слов, а именно жестов пополняется словарик. А если говорить о людях из других стран, то есть язык получается не международный? Нет, язык не международный, хотя есть международный жестовый язык, он используется там на конференциях, на всяких съездах он используется, но жестовый язык, он как бы идет в связке с национальным языком. Да? То есть у нас есть алфавит.
В жестовом языке есть дактилология. Это где каждой буквочкой, мы ее называем дактилемкой, можно показать каждую букву. Каждой дактилемой можно написать какое-то слово. Это то же самое, что мы бы написали ручкой на бумаге, так мы можем прописать на дактиле. Можно жестом показать целое слово. Можно одним жестом показать предложение. То есть, да, не одно слово, а сразу несколько слов можно одним жестом показать. Ну, например, вот, например, есть жест «это я вам помогаю», да? А это «я вас прошу мне помочь», а это «помогите друг другу». Да? То есть направление жеста и смысловая нагрузка уже будет другая. Если говорить про новые слова, то какие в последнее время появились? Ну, конечно, коронавирус. Его рисует коронавирус, да, с такими вот, как корона, да, у него там. Вот так показывают коронавирус. То есть похож на символ, да, да, который, да, который на, создан. На самого вот, как рисует, изображает сам коронавирус, да, вот эту вот клетку. А вообще, как создается новое слово? От чего отталкиваются? От чего отталкиваются? Чтобы к определенному слову жест создать. Угу. Ну, смотрите, я уже говорила, да, что жест, он образен. За ним всегда стоит картинка. То есть смотрится картинка, да, что-то его, какая-то его особенность, и изображается. Скажите, востребована ли сейчас ваша профессия? Да, востребована очень. Хватает ли сурдопереводчиков в Иркутской области? Катастрофически не хватает. А есть ли понимание, сколько нужно и как это высчитывается? Угу. Ну, я вообще бы сказала, чем больше, тем лучше. Если бы был глухой переводчик, это было бы просто в идеале. Почему? Потому что сам перевод, он требует очень много усилий. Умственных, да, таких, то есть там же нужно подобрать какой-то синоним, какую-то замену, да, то есть ведь мы не даем слово-жест. Мы берем понятие, значение слова и передаем его на жестовом языке. То есть и даем это синхронно, одновременно с говорящим. То есть это сложный процесс, перевод этот. А сколько в Иркутской области людей с нарушением слуха и сколько сурдопереводчиков? Ну, в Иркутске, по-моему, около 2000 глухих, владеющих жестовым языком именно, да, то есть мы не берем пузноглоушек, слабослышащих, да, вот глухих, владеющих жестовым языком, около 2000 где-то. Переводчиков где-то примерно 19 человек. Но это очень мало. Это очень мало, потому что глухих много. И то есть у переводчика вот расписано время, да, то есть там с одним идет, с другим расписано. Но бывают же такие ситуации, когда глухой приходит, и вот срочно ему нужно, да, ведь всякое в жизни бывает. А переводчика нет. Бывает, что вот не хватает переводчиков. Где без переводчика не обойтись? В принципе-то я сказала бы везде. Почему? Потому что если нет переводчика, то глухой, например, он туда и не пойдет. Потому что какой смысл, если он не услышит эту информацию, он не поймет эту информацию, да, какой смысл идти? Но вообще, вот, например, в судах, у нотариуса, ну, там просто даже не примут без переводчика, там обязательно присутствие переводчика нужно. У врача, например, да? Да, и у врача тоже, потому что глухой ведь имеет право знать, какой у него диагноз, да, тоже лечение, ему нужно объяснить, как принимать это лечение. А на постоянной основе где-то работают сурдопереводчики? И в образовании работают переводчики в обществе глухих, естественно, там без них никак. Ну, где-то еще в других сферах я не могу сказать. Хотя вообще
так, чтобы вот именно единица сурдопереводчика, а не так, что есть специалист, и он еще знает жестовый язык, да, а вот именно единица сурдопереводчика, ну, не припомню, чтобы такое было у нас в Иркутской области. Может, где-то есть, просто я не знаю. А почему профессия так непопулярна? Я думаю, что они очень мало знают. Очень мало знают, и даже вот приходят к нам в институт учиться, говорят о том, что вот мы раньше даже не знали, что такое есть, что она из себя представляет, эта профессия, что это за сурдопереводчик. Некоторые даже не знают, как это пишется, слово сурдопереводчик. А вообще с какими заблуждениями сталкиваетесь со своей профессией? Да. Бывает мнение у слышащих, что ну, глухой же читает, он же читает, как он не понимает, почему он как бы не знает значения этого слова, если он читает. Он прочитывает, но я тоже, например, по-английски могу читать, но это не значит, что я знаю перевод этого слова, что это слово конкретно означает, да? А глухой он мыслит на жестах. И, конечно, если ему на жестах не было разъяснено это значение этого слова, он его и не знает. Еще одно заблуждение, что жестовый язык и язык жестов, да. Это одно и то же. Да, считают, что это одно и то же, но нет. Жестовый язык — это лингвистическая единица со своими правилами, со своей грамматикой построения предложения. А язык жестов – это ПДД, да, регулировщик на перекрестке. Он ведь регулирует там жестами, но не жестовым языком, а именно жестами. Также в спорте вот встречаются моряки, используют язык жестов, когда передают информацию друг другу. Что сложнее, получать информацию от слабослышащего человека или передавать ему информацию? Но считается обратный перевод, то есть от человека. Да, от глухого человека перевести на русский жестовый язык, то есть понять, что говорит глухой, и грамотно перевести на русский жестовый язык, считается это самым сложным. Это связано с тем, что язык образный, да, то есть картинка, и нужно понять в целом эту картинку, о чем говорится, да, и правильно, грамотно перевести ее на русский язык. Глухим людям выделяют определенное количество часов на переводчика в год. Сколько это часов и достаточно ли это? Ну, изначально было там 40 часов, сейчас 84 часа, по-моему, выделяется глухому. Вы знаете, ну, я бы не сказала так однозначно, достаточно этого или много этого. Я думаю, что здесь, на мой взгляд, здесь нужно подходить индивидуально. Почему? Потому что, например, я знаю, что есть глухие, которые... Вот им недостаточно этих часов, да, там они туда идут и сюда, и им везде нужен этот переводчик необходим. А у другого, наоборот, они остаются, да, в какой-то год, а в какой-то год, наоборот, да, у него не хватило, а у этого опять излишки. То есть это все индивидуально, ну, это лично мое мнение. В вашей профессии сколько нужно учиться? Сколько учиться, но я до сих пор учусь. Я до сих пор учусь. Да, то есть это такая профессия, она требует, чтобы ты всегда был как бы на плаву. Да? То есть если замешкался, пошел на дно. То есть ты всегда должен быть в курсе многих событий, участвовать в различных конференциях, да, повышать свою квалификацию, при этом еще очень много читать, пополнять свой словарик и русский, да, то есть ты должен хорошо знать русский язык
и жестовый язык. А обучение сколько длится? Ну, изначально, вот, например, у нас в институте дополнительного образования, вот при госуниверситете, начальный курс идет 72 часа. Этого курса достаточно для того, чтобы просто, ну, вот объясниться с глухим, да, то есть, например, он пришел в ту же соцзащиту, да, чтобы могли ему показать и объяснить, какие документы необходимы, что нужно сделать, да, проходите, присаживайтесь. Но дальше это нужно, опять же, это как бы первый шаг. Нужно идти дальше, пополнять свой словарик, потому что мы же не знаем, с каким вопросом придет глухой, да, и будет ли нам достаточно этого словарика. Ну вот я бы сказала, что вот эти 72 часа – это такой первый шажочек для того, чтобы понять, нравится тебе, не нравится, получается у тебя, не получается, интересно тебе, не интересно, желаешь ли ты дальше идти. Хотя, вы знаете, про себя скажу, что у меня изначально ничего не получалось абсолютно, и я бы, наверное, оставила эту затею, если бы не муж. Но муж мне не дал это оставить, поддержал меня, и я пошла, и оно стало получаться, стало общаться. И... А в России вообще много обучают сурдопереводчиков? Много где? Но я лично знаю, вот в Санкт-Петербурге, в Павловске, где я сама училась, да, знаю, что в Москве есть, в Новосибирске институт есть, где у нас вот в Иркутске сейчас проводят курсы тоже. А часто ли возникают какие-то курьезные ситуации, когда глухой человек считывает жесты слышащего и старается их перевести себе, а человек просто вот жестикулировал? Нет, вы знаете, у меня таких случаев не было. Мне кажется, мне вообще кажется, когда я перевожу, настолько образный язык, что мне кажется, ну как он непонятен, так как непонятен, мне кажется, все его понимают. Нет, глухой сразу же моментально видит, что человек просто жестикулирует, что это не жестовый язык. Есть ли у людей глухих какие-то специальные жесты для нехороших слов, скажем так, не общепринятые, а какие-то вот, может, свои? Есть, конечно, как у всех людей. То есть там тоже есть какие-то символы. Они такие же, как и мы. Или мы такие же, как они. Скажите, пожалуйста, каким образом люди, которые потеряли слух, слушают музыку? Ну, здесь надо сказать, что если человек вот потерял слух, но есть ведь глухие, есть слабослышащие, и у них есть остаточный слух. И вот те слабослышащие, у которых остаточный слух, они очень любят музыку. Очень любят музыку, они ее ощущают через вибрацию. Они любят вот жестовое пение, оно очень красивое, очень образное. На мой взгляд, иногда даже так словами не передашь, как он передал это жестами, да, какие-то там чувства. Они очень любят, да, музыку, любят слушать. А что такое жестовое пение? Ну, это одно из направлений искусства, я бы сказала. Очень красивое. То, как они переводят песни на жестовый язык, это очень красиво. То есть берется песня, да, и фонограмма жестами транслируется то, что да, заложил автор, правильно? Да, да. И это целое направление, целое искусство. Да. А почему, ну, это считается все-таки искусством, а не простым переводом? Ну, знаете, я бы всегда вот посоветовала в таком случае просто посмотреть жестовое пение, рассказать о нем. Я даже не знаю, как это вот словами можно рассказать, передать. Например, есть братья Ивановы в Москве, которые вот переводят именно жестовое пение, осуществляют. Есть такая песня «Комбат». Так там руками просто вот они рисуют, там, ну, там просто шедевр. Там, когда смотришь, правда, мурашки по телу, очень красиво передано то, как они вдвоем, один поет, а другой
такую как бы обыгрывает сценку. Он подползает, берет раненого, оттаскивает раненого, перевязывает, тут же поет его водой, тут же отстреливается. Все это он делает руками. Это очень красиво. Светлана Владимировна, спасибо вам большое за интересный разговор. И вам спасибо. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире.